Очень классно было, весело. Понравилось, да. Спасибо. Как вам? Очень довольны. У нас дети не понимают по-русски. Они из Англии. Мы им переводили, они в счастье. Спасибо большое. Спектакль очень удачный. Очень понравилось. Как будто в детство вернулись. Очень. А вам? Да, нам тоже. А чем понравилось вам? Все. Мне все понравилось. Актеры понравились? Да, а кто? А кто понравился? Да. Кто больше всех понравился? Алибаба. Мне тоже. А почему? А какой он Алибаба? Красивый, да. И умный, и добрый. А вы сравнивали с детскими впечатлениями? Ну, это слишком давно было. Но изменилось, конечно. Что изменилось? Наверное, подача сама. Информационная даже, да, какие-то шутки уже немножечко другие. Для взрослых чуть-чуть. Но интересно очень. А с какого возраста, как вы думаете, детям будет интересно? С 7. Не раньше? Не раньше, нет. Мне 7. Тебе 7, тебе все было понятно? Да. Ну, 6 тоже можно, да. Но лучше, мне кажется, все-таки 7 лет. Такая одобрее зле. Хотя хорошая сказка, да. Спасибо. Мне там понравилось, как там Алибаба. Вот, как там зеленые ветки, еще как там он кукла ходил. Как это пил. А еще мне там понравилось, как там. Как там, вот ду-ду-ду-ду, дудел на дудке, а тетя говорила. С какого возраста стоит вести ребенка? Можно спокойно вести даже в 5 лет. Мне почти 5 лет. 5 лет, можно. Ну, мне сейчас 5 лет и 9 месяцев.